Друзья мои, во-первых, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что... Я не знаю, на что я надеюсь, но вместе с тем мне хочется действительно, чтобы мои знания каким-то образом помогли вам и улучшили вашу жизнь. Не знаю, насколько у меня получается. Как вы понимаете, за хайпом я не гонюсь. С Ютуба я никогда денег получать не буду, поэтому говорю вам только чистую правду, так как оно есть. Ну вот, каким-то образом так. Конечно же, вы мои друзья, потому что вы меня слушаете, и это здорово. Значит, я недаром это делаю. Теперь по поводу того, что есть зрители, которые как бы смотрят одно-два видео, делают выводы по этим видео и, соответственно, ошибаются. Сегодня я вам приведу ошибку одного моего зрителя, который сообщил мне в Фейсбуке, кажется, по поводу того, что после описанных процедур и, так сказать, ядов, то есть моего антипаразитарного в определенном смысле учения, происходят кризисы. Я обязан об этом говорить. Все 600 или 700 видео, которые я посвятил оздоровлению, я исключительно говорил о том, что основная задача при самоисцелении – это убить микроорганизмы и попытаться выжить самому. Поэтому я не испытываю, так сказать, уважения к людям, которые делают быстрые выводы. Смотреть надо было внимательно данному подписчику моего канала и зрителю все видео, а потом гневно обвинять меня в том, что я не говорю о воспалительных процессах. И более того, естественно, что после каждой процедуры или принятия яда и так далее, наступают кризисы. Я очень много об этом говорил, о кризисах в самоисцелении. И на своих занятиях я рассказываю о том, как выходить из этих кризисов и как выжить в этом вопросе, который называется самоисцеление. Что я для этого делал? Поэтому повторяю еще раз. Смотрите, пожалуйста, внимательно и просматривайте весь плейлист, прежде чем писать мне гневные сообщения. Ну, а остальным своим зрителям я хочу сказать одно. Ребята, легко не получится. Вы уже извините, это не моя вина. Это проблема мировая, поэтому будьте терпимы, будьте терпеливы, и тогда будет вам счастье. На сегодня все.